Жители Чувашии все реже нарушают закон. Противоправных деяний в республике стало меньше на 7,5%. А по раскрываемости тяжких преступлений наши полицейские первые в России. Такие данные озвучили в МВД Чувашской республики, подводя итоги работы за 2017 год. Впервые пресс-конференция прошла в новом здании МВД. За круглым столом собрались министр внутренних дел Чувашии Сергей Неяскин, его заместители и журналисты. Хотя общее количество преступлений сократилось, по отдельным видам статистика не радует. Количество грабежей выросло на 15%. Увеличилось число преступлений и в сфере незаконного оборота наркотиков. Но при этом почти в 2 с лишним раза в регионе возросла и раскрываемость наркопреступлений. Наша задача первая – это не допустить, особенно ввоз в республику, наркоты. Пару дел уже по 210 организовано преступное сообщество. Часть украинцев, часть вот это завозят. Вот наша задача не допустить все эти моменты. А часть денежных средств именно направляется в Украину. Поддерживает кого-то там вот эти моменты. Так что эта работа будет вестись очень активнее. К сбыту наркотиков преступники привлекают даже детей. Это ужасающий факт, над которым правоохранителям предстоит еще работать. Большая работа с сотрудниками МВД была проделана в прошедшем году в отношении организованных преступных группировок. Завершено расследование по 299 преступлениям, совершенными ОПГ. Для сравнения, в 2016 году только по 109. К уголовной ответственности привлечены 60 участников организованных преступных группировок. Было выявлено больше 1000 экономических преступлений, в том числе 265 коррупционных. Проделан значительный объем розыскной работы. Из 920 разыскиваемых преступников задержано 710 и найдено 57 без вести пропавших лиц из 217 человек.